Почему женщина, как женщина начинает? Она, мужчина при этом старается быть постоянно, там, наверное, стараться, требует похвалы. Он же как для своей мамы это делает. Постели ему необходима похвала. И женщина. А у женщин есть такой вариант. Смотрите, кого выберет мужчина и кому дадут мужчину? Мужчину могут дать только в том случае, если она нуждается. То есть в чем нуждается женщина? Она нуждается в том, чтобы кто-то взял за нее ответственность. Давайте еще раз скажу. Смотрите, рядом должен появиться кто-то, кто возьмет ответственность за жизнь этого человека. Тогда что нужно делать? Смотрите, если у вас там вы обеспечиваете маму, обеспечиваете себя, вокруг обеспечиваете, если вы показываете, что вы все умеете, вы сильны и так далее, зачем вам давать мужчину? Объясните, какая задача? Чтобы было? Но это уже большая редкость. Поэтому женщина, она должна быть такой немного безответственной, искать возможности, ну и говорить себе, что мне бы хотелось, там, чтобы кто-то взял ответственность за мою жизнь. Это важно осознавать даже, знаете. Важно осознавать, что я ищу мужчину, я ищу